Буквально на днях выдал материал, в котором рассказывал, как донецкий шахтер заплатил черниговской Десне 150 тысяч условных единиц за ничью с киевским Динамо. Лично я не считал и не считаю подобную практику порочной. Но вот многие динамовские фанаты возмущались и смеялись одновременно, мол, раз шахтер проплачивает соперников киелян, значит боятся горняки. Переживая за результаты, земля, вернее газон, у кротов под ногами начал трястись. Они уже не уверены в своем превосходстве, раз стимулируют соперников Динамо. Как оказалось, Динамо тоже обещает вполне реальные приличные суммы соперникам Шахтера за то, что они отберут у горняков очки. По горячим следам иду. Опять же, сообщение украинской трибуны, которая в свою очередь ссылается на источник metarating.com.ua. Так вот, донецкий Олимпик за ничью в крайнем матче Шахтера мог получить 200 тысяч долларов. Это Динамо Киев хотела заплатить. За победу 250 тысяч. То есть, Суркис платит больше, более щедрый в оплате сопротивлению клубам УПЛ Шахтеру, нежели Шахтер в аналогичном случае соперникам Динамо. И ведь мог же Олимпик не проиграть. Мог. Гол не засчитали, ворота Шахтера очень спорный. Да и Трубин под занавес выручил горняков от неприятностей. И нет ничего удивительного, что после матча Олимпик-Шахтер президент проигравшей стороны Владислав Гельзин прервал интервью старшего тренера своего клуба Юрия Калитвинцева нецензурной бранью. Юра, почему так толерантно? Скажи, что... Опущенный судья оторвал голову нафиг. Чего ты, стесняешься? А потом журналистам, что вы, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывает гол по телевидению. Что вы рассказываете? Что вы здесь все рассказываете? Что эти, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Для чего этот опущенный итальянец находится у нас? Нафиг в стране, меняйте всех, Гельзина можно понять, если правда о 200 тысяч УЕ премиальных, то такие бабки прямо из рук уплыли. Да, по-новое, УПЛ перестает быть томным. Лично я считаю, что такое вот стимулирование только плюс для украинского чемпионата. Ведь как бьются с Динамо и Шахтером соперники, прям как на последнюю битву выходят. От этого матча становится только интереснее, а их интрига не умирает до самого финального свистка. Так что желаю победы киевлян нам с Минаем, чтобы снова оторваться от Шахтера на 4 очка. Интересно, сколько Ахметов или Палкин Минаю предложит за ничью с клубцами Луческу или даже за победу? Ставки возрастают, панове. Так что все к телеэкранам и мониторам в неделю о 14:00. Дивимося Динамо Київ Мінай. Перемоги нашим командам. З вами був Санич. Зустрінемось.